На пожароопасный сезон 2023 года разработан и утвержден план тушения лесных пожаров. Также разработаны маршруты патрулирования, согласованы. Есть график патрулирования межведомственной группы, в которую входят туда сотрудники МЧС, администрации и полиции. То есть с начала пожароопасного сезона мы будем осуществлять патрулирование и выявлять, то есть, нарушителей и привлекать к административной ответственности. То есть штраф в этом году за нарушение прав пожарной безопасности на граждан будет составлять от 15 до 30 тысяч рублей.